Добрый день, сегодня у нас на канале очередная распаковка. Здесь, я, кажется, подозреваю, что в этом пакетике. Ждал я это очень давно, если то самое. И уже вернул деньги за товар. Сейчас глянем. Правильно, я думаю, да? Это такое покрывало. Как это называется? Да, короче, фартук для постригания бороды в основном. Здесь вот липучки. Вот липучки здесь. Вот эти вот липучки, они прикрепляются петелькам. И можно спокойно присоски приклеивать к кафелю. Кафелю, к стеклу, а обратной стороной к шее. И таким образом, я картинку помещу, как это выглядит. Таким образом, борода, если брить бороду, если постригаться, волосы будут не по полу разлетаться, а именно попадать на этот фартук. Ну, такая вот интересная вещь. Ссылка там в описании. Продавец мне вернул деньги. Это уже вторая распаковка за неделю, может быть, когда последний раз у меня тоже была такая большая. А, ключи, когда я распаковывал, тоже. Я уже не ожидал их, что они придут. Деньги я вернул. Продавец вернул деньги, открыл спор. Все, ништяк. И товар есть. Буду писать продавцу письмо, что я получил товар. И как порядочно буду возвращать ему деньги. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, да. Скоро будут новые распаковки. Придут. Уже часть распаковок буду на детском канале помещать. Да, все.